Дорогие друзья, дорогие краснодарцы, я рад сегодня вас поздравить с очередной годовщиной. 224 года исполняется городу Краснодару с его дня образования. Безусловно, этот праздник, он объединяет всех жителей Краснодара, кто любит этот город, кто заботится об этом городе, кто радеет о его благополучии и процветании. В этом году город Краснодар как никогда получил серьезное финансирование из федерального бюджета при огромной поддержке губернатора Краснодарского края. Мы получили финансирование на реализацию своих социальных программ. В первую очередь это, конечно же, строительство школ. У нас будет построено в 2018 и в переходящем уже 2019 году 6 непосредственно больших социальных объектов. К этому времени, как раз уже к 2018 году, мы завершим строительство и дополнительных корпусов к существующим школам по 400 мест. Также будем проводить строительство и детских садиков. Конечно, город Краснодар, как вы сегодня видите, он живет, наверное, в таком большом капитальном ремонте. Наверное, все-таки капитальный ремонт для нашего родного дома, для города Краснодара, он назрел. И мы, конечно, испытываем определенные трудности, определенные неудобства, потому что ремонтируем 74 километра дорог. Но это скажется в дальнейшем и на пропускной способности тех улиц, тех дорог, которые на сегодняшний день находятся в ремонте. И мы стараемся выполнить взятые непосредственно на себя обязательства. Совершенно точно могу вас заверить о том, что буквально завтра мы уже приступим к реализации еще одного социально значимого проекта. Это благоустройство 5 наших любимых скверов, бульваров и еще 8 зон, которые относятся у нас к территориям многоквартирного жилого фонда. Беспрецедентно большие деньги у нас были затрачены, и продолжаем мы сейчас реализовывать это капитальный ремонт многоквартирного жилого фонда. То есть город живет, город развивается, город у нас прирастает территориями, город у нас ремонтируется. Ну, конечно же, в преддверии праздника, и праздник этот самый замечательный, я его считаю, для всех краснодарцев, хотелось бы всем пожелать счастья, удачи, здоровья, благополучия, процветания и дальнейших успехов. We'll be right back.